Да нет, на самом деле это действительно здорово, что у нас стремятся ученые к развитию, к новым каким-то инновациям, к технологиям, то, что будут развиваться сопутствующие отрасли, да. Даже вот у меня как-то был день рождения, и мне друзья подарили, ну, я не знаю, может быть, это в шуточной форме, мне подарили участок на Луне, такую вот карту, да, там отмечен мой гектар, в лунном посольстве он заверен, к нему прилагается телескоп. Вы знаете, вот мы с детьми иногда вот по вечерам настраиваем на Луну, смотрим там на наш участок на Луне. Ну, не знаю, участок мы так и не видели. Ну, черные пятна мы так периодически видим на Луне, лунные кратеры. А на самом деле это здорово, что у нас наука не стоит на месте, а всегда есть возможность развиваться, добиваться чего-то нового, идти к новым вершинам, открывать, как я уже сказала, себя в других областях, в других сферах, исследовать. Светлый путь и дорога.